Рассказывай теперь, всем как привет. Ты оказался, да? Я Алёша из Гамбурга, из организации «Артмайдан». Мы продолжаем нашу работу в Киеве. У нас интересная творческая деловая встреча с представителями разных креативной среды города Киева. Ищем какие-то новые контакты. Вот мы встретились с Леной, она продюсер «Вавилон 13». Привет, я Лена, продюсер «Вавилон 13», также представитель организации «Артмайдан». И мы сейчас продолжаем вот наше общение с Алексеем на наши будущие планы по поводу кинопрограммы в Гамбурге, и не только в Гамбурге, и в других городах Германии. Сделаем подборку украинских фильмов, может быть, не только украинских, еще Грузия, Польша. Будем показывать в Гамбурге, уже есть договоренности, и, наверное, еще 10 городов возьмем в Германии. Вот. И также привлекаем украинских музыкантов, художников, даже наш проект «Артмайдан». Будем развиваться. И еще хочу всем передать привет и спасибо за открытую ночь. Мы провели кинофестиваль, украинский кинофестиваль в Берлине. Если вы будете из Берлина, всем привет. Вот. Большое спасибо сайту berlinvision.com. Держим вас.